как вас зовут, вот это все, чего вы пришли на прием? Uh-huh. Вот такое, давайте. Привет, меня зовут Аня, я выпускница уже школы телеведущих «Медиа Старт». Я здесь научилась просто правильно жестикулировать, давать какую-то импровизацию, не какую-то, а просто классную импровизацию, потому что раньше я не могла этого делать. И третье, что я умею уже теперь это делать, это общаться с камерой, а уже не боюсь камеры, потому что для меня это раньше был какой-то страх, я боялась камеры, а сейчас это уже круто, мне уже нравится, я уже, мне нравится быть в кадре, еще можно, конечно, поработать, но сейчас я уже вижу результат. А что бы вы сказали себе, той, которая еще сомневалась, идти на курсы? Честно, я бы вернулась бы в прошлое и сказала бы себе, что обязательно сходи на курс, потому что действительно дают здесь очень многое в плане уверенности в себе. Ты знаешь, что тебе нужно говорить в нужные моменты. Вот на данный момент я уже знаю, где можно симпровизировать, где можно смолчать, где можно задать какой-то вот очень важный вопрос и подать какое-то правильное слова человеку. Вот. И здесь я этому научилась.